Вот Кирилл вот не поставил кнопку «плохой теперь человек». Все, я хороший человек! Привет, народ! Я тут несколько раз умер и потерял все свои вещи. А Валентин застрял у меня дома, теперь я собираю дерево. А Валентин ждет, пока я соберу дерево. Кнопку поставь на дверь! Нет! Успокойся. Мне нужно собрать дерево, у меня нет ничего вообще почти. Так что давайте собираться. Валентин, держись, держись. Не обосысь там у меня дома только. Точно. Не делай этого, не делай. Я почти собрал стак дерева. Моя мечта исполняется потихоньку. Чё там, Лёха, смешного? Мамжемстер и Мохитер тут угорают вообще, походу. Он Мамжемстер особенно. Ему смешно что-то. Она хотела бы жить на Манхэттене, но как же бросить торговлю котлетами? Это да. Валентин мечтает тоже бросить торговлю котлетами. Валентин уже торгует уже давно-давно. Ну да, он торгует шкурками. Я, кстати, купил бы Валентин у тебя. Мне просто хоть какая-нибудь броня нужна. Так, а у меня full resist magic дамаг. Чего? Наркомания марания. Full resist magic. Я тут зомби стодит. Что-то делают. Валентин, я приду к себе домой. Тебе нужно выходить или не нужно уже? Нужно. Я иду. Че стоишь на балконе? Самоубийство хочешь что сделать? Да. Ну ты самоубийца. Не надо так заканчивать жизнь с собой. Вон Мамжемстер домик свой достроил, тоже молодец. Блин, там такая пещера была бесконечная, жесть. Блин, я же даже умереть не могу здесь. Напиши килл. Хотя... А, да, если ты умрёшь, ты же останешься, воскреснешь у меня. Зачем надо было ложиться спать на моей кровати? Непонятно. Ты чё, умер? А вот... Я закрыл двери! Я открыл, уходи, если хочешь. Злой. Я открыл тебе путь, да, Горогу? Славная я. Скорее домой, домой. Ух, чё ты, за портал? Он построит портал. Чё за портал? Какой портал? В ад, наверное? Зачем он это делает? Чем мы такого сделали, что он в ад засунул? Моя дверь жива, почему я умер и чё вообще, почему Кирюпер не взорвался? Ну все, мы сейчас все в ад отправляемся, отлично. За все наши делишки хорошие. Лёха, ты первым. Ты самый как заслуживший. Дайте. Золото нужно, чтобы, знаешь, что делать? Рельсы. Да, еще это. Валентин, Леха, ты что тут делаешь? Испугал меня своей крутой броней. Нет бы со мной поделиться. Набрал там кучу железа, ничего не хочет. Жадница она. Иди сам. Жадница. Иди сам, вот видишь. Иди сам. Такой добрый. Так, что я вышел-то на улицу? Стеклом застроил все как нубло. Хватит ругаться с кем-то там. Кого ты бьешь? Иди сейчас пину. Не надо меня пинать. На, давай, меня убил давай, уже один раз. Давай. Нет, ты что ты блокируешь? Я тебя давай, давай. Я не буду с тобой драться, это ты такой злой дерешься со мной. Давай, ПВП. Не хочу, у меня нет оружия, наркоман, кроме топора. А вот это твои проблемы, давай, что, ПВП? Нет, успокойся. Я вообще, ты меня сбил с мысли, я не помню. Ну, Леха, блин, какой ПВП? Давай. Нет. Давай. Ну, Леха, блин, я пойду спрячусь у себя дома. Устроил уже ПВП. Успокойся, хватит, террорист. Террорист, выходи от... Наркоман, не делай так. Ты чё сквозь дверь-то бьёшь, а? Читер. Читер, выходи отсюда. Ну, Алексей. Ну, Алексей. Слава богу, я жив. А, я получил ачивку за ас. Молодец. У меня все зависло. Я радостный. Лёх, хватит бить топором. Меня полностью. Мне надо подумать, чё, куда пойти. Чтобы убить кого-нибудь. Мне надо собрать ресурсы, это точно. Че тут мобов нет? Тогда я буду уничтожать стекла. Нет! Успокойся! Не надо, Лёха! Я вышел. А, я зашел домой. Ты наркоман. А, ты теперь никогда не выйдешь. Серьезно, уверен? Нет, не уверен. Прям никогда? Выйдешь, конечно, напиши шкилы, выйдешь. Да нет, прыгну в воду и все. Прыгай, прыгай. Видишь, где? Вижу, прыгай, прыгун. Командский. Хватит ломать там все. Понял? Прыгаю, смотри. Ну, давай. Прыгунчик. А Валентин так даже не смог сделать. А, нубчик. Валентин, ты че такой нубчик? У меня кошка стала мяукать. Чё, где чё? Лёха спрыгнул спокойно с моего дома, а ты не смог. Понял? Да он читер. Да чё он читер-то?
А, кстати, Лёх, ты ещё читер, да? А, я ж пошёл. Так, чё мы здесь вышли, пришли? Вышли, пришли. Надо собрать немного угля. А, это Валян же запривачен на территорию. Чё я пошёл на Валентинову территорию? А, манана. Мои кусочки меня кусают. Боже мой, кто-то у меня под домом что-то строил. Наркоманы что совсем? Обкурились. Бля, сабано! Нихера себе, у меня под домом построили дом. О, лолоша. Чё сейчас жесть? Там реально чей-то дом, я пойду посмотрю. Только тут бы не упасть мне. О, привет, чей-то дом. Лол, подземный дом. Круто. Чей-то сундук даже. Лейкан это живет тут. Круто. К порталу в ад. Я не собираюсь туда идти. Я пойду. Тебе надо выйти из моего дома сначала. Ну, выпусти меня. О, я заработал 750. За этот час. Ты сколько, Вален? Я не работал. Все, безработная задница. Ты о чем мне сейчас? Кстати, сколько... Валян, я выпускаю тебя, не хочешь выйти? Блин, ты что творишь-то, а? Кнопку поставь. Ты засранец. Нет. Не надо заходить ко мне домой. Ты к себе в кровать зайди, в конце концов, наркоман. К себе в кровать. А, сарана! Меня кусают, кусачки. Бля, зомби ко мне пошли. Слушай, что за дрыгание? Слушай, я что-то хотел деревья посадить, а что-то страшно теперь. О, Лёха забыл закрыть дверь в свой дом, отлично. Я зайду. Ходишь по нему, ничего не видишь. Я сейчас уб... Ты чё, умер? Он сейчас сел. О, я ещё так умер прям в этом в портале. И прямо у моего дома респанулся. И прямо мой дом респанулся, да? О, бля, паук в Лёхином доме! Какого хрена, Лёха? Ну, сука, он меня убил. Всё, пойду, бат. Очень смешно. Пойти в ад. Пойти в зад. Предлагаю. Кому-нибудь. Нет бы, Валян, мои вещи взять. Где они? А, не скажу, ты сейчас их заберешь. И воду потерял. В воде! Где мои вещи, кто скажет? Кому дам пирожочек. Ты, паук, ты что здесь за замогание? Домогаешься до меня. Я тебя убью сейчас. А, его убил паука. Кто может это сделать, кроме меня? Ну, здравствуйте, криперы. Криперы рулят так же, как и я. Шучу. Я не рулю. Не понял, а чё у меня дверь дома открыта сейчас? Не дай бог кто-нибудь зашёл. Пойду убью их. Чуваки, вы... А-а-а! Он зашёл! Стрелок. Ну а зато у меня есть стрелы. Круто. Стрелок зашёл в мой дом, приколись! Пацанчик. Я почти упал. Кирилл, ты видал пещерку? Какую? Я знаешь, сколько пещер видал? Я уже не хочу после этого видеть пещеру. Не хочешь посмотреть на мою крутую скрытую пещеру? Валентин. В чем она такая крутая и скрытая? Потому что да, она крутая в том, что она скрытая, а скрытая она потому, что она скрытая. Ну-ка, объясни, почему она скрытая, пока я не убежден. Ну, ее сложно заметить. Да? А я ее заметил уже. Где? В Африке. Давай тогда приходи к ней. В Африку долго идти? Я ее заметил через обзорную трубу. Это наркоман? Нет. Как мне подумать-то? Я наркоман. Это чё? Шутки шутишь? Ну, мы самый наркоманский наркоман. Я? Ну, кто? Не ты же. У меня кошка мяукать стала, вот это плохо. Это религия позволяет ей так делать. Ну, Валентин, где она? Вообще религия. Далеко от твоего дома? Вообще рядом. Я просто сейчас строю дорогу. Какую дорогу? Дорогу к обзорной башне. Ладно. Туда мне удобно будет делать дела. Решаю. Мешаешь?
Разрешаю тебе ее строить. А, спасибо, спасибо. Мое разрешение, твое разрешение для меня много значит. Смотрите, смотрите. Народ, на сервере наступил зомби-апокалипсис. А чё, народ? На сервере зомби-апокалипсис, мне надо забрать твои вещи как-то. Я пойду это делать. Кирилл, давай, мы наверху, мы тебя ждем. Валян, я должен взять хватит их удочки ловить. Смотри, смотри. Тихо, тихо, удочки ловай. Они стреляются. Сука, зомби. Давай, давай, Кирилла поймай и наверх его. Давай, меня лови. Я поднимаюсь. Нихера их там. Я поднимаюсь. У кого динамит? Да не надо барашню взрывать. Я тут, я вернулся. А чё, ты чё их делаешь, ты их чё ловишь? Удочка, что ли? Да. С ними эндерман тусует, смотрите. Лол. Да, ты подкидываешь, а я их бью. У меня удочка кончилась. Давайте вниз и убивать их всех, как настоящие мужики. Мы сами друг друга, мне кажется, убьем. Там эндерман вообще, мне кажется, такой непонятный. Чё тут за хрень, да, происходит? Я быстро побегу домой за удочкой. За удочкой? Тоже ловить зомби, что ли? Давай, Лёха, ты пройдешь. Пойду тоже. Но они тебя не особо... Я, если я умру, то все равно ничего не изменится. Ничего не изменится в этом мире. У меня есть лук, надо их стрелять. Лол, за Валяном побежала куча зомбаков. Валян, смотри, сколько за тобой бежит. Неплохо. Но ты убежал на скилле и опыте. Тихо, я на паука упал, отлично. Даркован. Я тебя убил. Нет, или ты умер. Ты умер от падения. Да. Упал на паука, умер от падения. Бывает. Паук не мягкий, конечно, что-то хотел. Так. Блин, они мой дом ломают, пойду их убивать. Все, я, короче, пошел на войну. Они мою дверь там сломают сейчас нахер. Зомбаки, я решил с вами разобраться. Давайте. Вот собаки нападают на меня. Блин, вас слишком много, вас слишком много. О боже, их очень много. Тихо, Лео. Меня ударил. Я умер. Ты меня ударил. Извини. Я перепутал тебя с зомби. Еще один. Опять зомби. Эндерман не хватало. Я упал. Тихо, их слишком много. Тихо. Я наверх. Наркоманы, я их думал меньше. Сверху казалось их меньше. Ну уже рассвет. Зомби не. О, лол, зомби здесь, я его сюда притянул. А что сделал? Убивай его. Я его сюда случайно притянул удочкой. Наркоман. Ну зато сколько еды. Богатство. Ну, рассвет. Сейчас они все гореть будут. Вот этот пожар. Смотри, хера себе летающий зомби. Наркомана зомби. Ну, эндерман там. Давайте. Эндерман сюда сможет телепортироваться? Мы его вместе забьем, как думаешь? Лёх. Он здесь! Я упал! Тебя эндерман скинул? Что случилось? Я упал! Он здесь! Тихо, я не ору. Он здесь, он, Лёх, телепортируется ко мне. Он где-то рядом. Мне где-то я его притянул каким-то образом. Не-не-не, я на него посмотрел, он сюда телепортнулся. В курсе? Он вообще все кинул меня, походу. Лол, все зомби горят внизу. Столько зомби, ё-моё, все бедные сгорели. Ну тогда выходит. Ну давай, Лёх, я тебя рублю. Давай, кто круче. А, нет, у тебя куча брони, не-не-не. Я с тобой разбираться не буду. Пошли убьем лучше паука, он что-то на нас смотрит. Иди сюда, чё ты, давай. Нет, ну Лёха, ну не надо, ну что ты? Куда меня толкнул? Взял, убил меня. Валян, давай убей его вместо меня. Ты чё думаешь тут? Где-ка? Вы чё устроили экшен? Чё меня в удочку кидаешь? Чё кидаешь еду в нас, вообще не показалось. Наркоману. Битва на удочках. Когда мне зарплату уже дадут? Кто-нибудь знает? Не работает. А нахер рукопашку? Валян, убегай от него. Кто из вас выиграет эту битву? Итак, битва века. Тихо. Валян хитр, ну кто же? Это битва века, никто не может проиграть. Это битва, вы боретесь, куба. Валян, давай сверху его мечом. Да? Чё, не забираем эту, как его, добычу? Конечно, что совсем что. Ну ладно. Меня не надо убивать, не надо меня убивать.
Или сразу злой быстрее. О, да, вещи. Ну, вообще, ты его убил, я имел в виду. Ты не хочешь ли забрать его добычу? Я упал. Лол. Ну чё не меня бьешь? Я упал вообще-то на блок. А, я думал, ты меня кто-то ударил. Я потом понял, что у меня сердечки не исчезли, и подумал, что-то не то. Вот прям под этим лёг домом стоит мой дом. Да вреда ты больше. Ну пошли, пошли, вот тут низ пещеры есть вход, пошли. Не убивай меня, ну что ты? Ты же сказал, добрый ты человек, что ты сейчас ругаешься? Пошли в воду прыгнем, сможем допрыгнуть? Ты сейчас вообще-то с валяном ходишь, ничего, да? А, это мохитер! Понятно, прыгаем в воду, пошли. А, ты же знаешь, где этот дом. А Лёха где? Так, Валентин, я вижу, ты там сидишь. Злодей какой, у меня текстура загружается. Я опять на своем балкончике, как обычно. Ну ладно, на этом, народ, все. Смотрите следующую часть. А пока, всем пока.